второй день пребывания в Пошехоне. Это 7 июля. Это цветы небесной красоты. Это красота. Голубое небо, солнце и ни одной тучки, как и обещал я. Вот она. Безоблачная стихия пошехонского неба. Ну вот 7 августа. 7 августа. Народ купается. Вот там один плавает уже. И вот Владимир Сергеевич решил все-таки 7 августа еще посетить Венецию воды. Друзья мои, мы тут были 2 дня в этом прекрасном городе. Вот, а сегодня мы прощаемся с русской Венецией и едем в столицу, домой, в Москву. И сегодня прощальное у нас будет купание. Ну, с Богом. Люди купаются, продолжают. Лето продолжается. Все отлично. Рыбка плавает, говорят. Сейчас посмотрим рыбку. Я вчера шурин поймал руками. Итак, заплыв. Заплыв пошехонцев вместе с господином Пермяковым. Кто кого на перегонки? Вода чистая, прекрасная. И все это при солнце, синем небе голубом. И на первом месте Владимир Сергеевич. Вот они, рыбки. Видны. Дно хорошее, чистое. И Владимир Сергеевич плывет уже обратно. Вот она. Пошехонская сторона. Вода чистая, чистая. Теплая, теплая. Отлично. Сегодня у нас прощание. Не стесняйтесь, заходите. Хорошо. Венецию. Смотрите, это что, цветы белые на ней? Это кувшинки. Вань. Ну что, друзья мои, вы наблюдаете солнце. Это 7 августа. И я нахожусь в Рыбинске. Обратите внимание, здесь светит солнце, голубое небо. Вот летают вороны. А вот Владимир Сергеевич. Друзья мои, сегодня в 20:39 на поезде 601 мы покидаем русскую Венецию. Смотрите, какое солнце ласковое светит. Вот оно, все без обмана. Слева солнце, а справа тучи, которые обещал Иван Иванович Кулебякин. Вот они идут уже, идут дождь, ливень настоящий, как стеной идет на город. Обратите, сверкает. Там действительно шквальный ливень как из ведра. А здесь у нас светит солнце для вас, юг. Потому что волшебник находится здесь. Вот он, вокзал, Рыбинский вокзал. И вот он, гром. Гром и молнии. И ливень. Но он там, где мы только что побывали, откуда мы приехали.
друзья мои. И это прямой эфир, прямой репортаж из города Рыбинска, северная часть. И мы покидаем Рыбинск скоро. И оставляем то, что попросили нас пошехонцы. Это все идет пошехонье. Пошехонье. Ну а над Рыбинском, как видите, солнце, синее небо и звезды будут, как мы уедем. Вот такие дела, друзья мои. И все это в правдивом прямом репортаже. В Рыбинске 17:35. Вот они, московские часы. И вот она, гроза. Смотрите, и она уходит туда, на пошехонье. Обещание сдержал. Дождь посылаю в северную Венецию пошехонья. И действительно, это тень. И это гроза. Смотрите. Летают птицы, предчувствуя, что это... Ну, сюда не дойдет. Как видите, солнце светит сзади. Все ярче и ярче. А гроза уходит туда. Вот оно, солнце. Уходящего сегодняшнего дня. Рыбинск. Сейчас сверкнет молния. Обратите внимание, какой ливень идет там. Но это там, вдали. А над нами никаких осадков, и только солнце. Солнце уходящего сегодняшнего дня. Попросили, сказали, и вот она. Обратите внимание, у природы нет плохой погоды, потому что это природа, и ее надо оберегать. На этом я заканчиваю репортаж из Рыбинска о грозе, которую предсказал, что она придет и будет. И вот она отправляется в пошехонье. А мы остаемся с солнцем. С солнцем, которое поднимает нас. Прямой эфир. Репортаж из города Рыбинска. Обратите внимание, сзади меня светит солнце. Но это здесь. Потому что я покидаю любимый край пошехонья. Мы закончили в пошехонье. Вот моя галочка прилетела. Обратите внимание, только что сейчас я ее покормил. А там сзади то, что пообещал, уже отправляется в северную Венецию пошехонье. Ливень, гроза, идет пошехонье. А здесь, над Рыбинском, светит солнце. Вот оно, солнце. И никаких осадков. Рыбчане довольны, то, что здесь нет того, что идет там. Вот, обратите внимание, сверкают молнии, гремит гром, но это там. И через 2 часа мы покидаем Рыбинск, и рыбчане тоже ночью ощутят легкость ветерка, дождя и нестрашной грозы. Вот так, друзья мои. Это прямой эфир. Это 17:00. Обратите внимание, 45 минут. Все по-честному. Никакого монтажа. Прямой эфир из города Рыбинска. Где-то ходит тут Владимир Пермяков.
легенда 90-х Леня Голубков. А, кстати, вот, по-моему, это он. Обратите внимание, вот он. Это он. Поэтому он свидетель тому, что происходит сейчас. Итак, гроза уходит от Рыбинска туда. Рыбинск остается при солнце. Как видите, над вокзалом никакого дождя, никакой грозы. Тучи расходятся. Мысль работает. Научите себя работать мыслью, и вы будете довольны. Пойдем. А главное, здоровья всем. И вот она, дальняя гроза. И вот он, вокзал. И прощальное солнце. Итак, прохладное лето продолжается не только в Рыбинске. Завтра в Москве будут дожди, по обещанию. Но мы разгоним их. Ждите меня в Москве. Чудеса и только. Действительно бывают чудеса не только в решете, но и в жизни. Обратите внимание, я нахожусь на центральной улице города Рыбинска. И здесь светит солнце. Надо мною синее небо. А сзади творится нечто подобное. Там, вдали, уходящая гроза и ливень. А над нами, как видите, нету ничего. Сухой асфальт. Голубое небо. Голубое небо. Вот. И Владимир Сергеевич просто удивлен. Так а чему удивляться, если рядом с ним находится волшебник? Волшебник, который работает мыслью. Смотрите, видите, синее небо. И да, это действительно да, правда. Да, да. Действительно, вот. Иван Иванович, да вы настоящий волшебник. Как вам удалось так это разогнать все тучи? Это солнце. Я и обратите внимание. Голубое небо. Видите? Даже там мысь работает и разгоняет это. До сюда не дойдет, потому что там вдали светит солнце для рыбчан. Попросили вновь. Сказали, отгоните грозу, Иван Иванович. Меня узнали, и я пообещал. Как видите, здесь светит исполнил солнце, желание, синее небо. Рыбчан исполнил. Желание, да, рыбчан я исполнил. Всем желаю здоровья, счастья, мира и добра. Бросайте курить и пить, дарите женщинам цветы. И мы идем дальше знакомиться с городом Рыбинском. Вот так. Куда? Владимир Пермяков пошел гулять дальше. А я на этом прощаюсь с вами. И хочу вам пожелать одного. Научитесь управлять мыслью. И она вам всегда поможет. Вот и все. Ну что, друзья мои. Прошло совсем немного времени. Над вокзалом светят синие небеса. Гроза, которая послана в Северную Венецию Пошехония, ушла. Как видите, ушла. Дождя не было. Асфальт сухой. И никакой грозы. Никакой грозы. Рыбинчане остались без дождя и грозы, которая ушла в Пошехония. Вот такие чудеса. И это прямой эфир. И это правда. Солнце еще появится сегодня в конце уходящего дня. Но уже нас здесь не будет. Вот такие чудеса. Все. Гром и молнии ушли. Дожди в Пошехонье пошли. А здесь остается синее небо. И это 7 августа. Гром и молния сверкают, гремит и проходит. Там, откуда мы только что ушли,